Прием по личным вопросам с жителями Ноябрьска провел депутат законодательного собрания Ямала, член партии «Единая Россия» Павел Крюков. На этот раз за помощью к народному избраннику обратились 4 человека. 3 пришли на прием лично, 1 позвонил по телефону. В основном обратившийся интересовал вопрос трудоустройства. И надо сказать, что все принесенные резюме Павел Крюков оставил у себя и по возможности обещал помочь.